Очередной серьезный крупный пожар произошел в Барнауле. Минувшей ночью загорелся довольно крупный и популярный у горожан автосервис. Сообщение о возгорании из Авгара на Павловском тракте поступило в МЧС в 2 часа ночи. На вызов прибыло больше 20 спасателей. Спустя полчаса пожар потушили. Но за это время выгорело 150 квадратных метров. Серьезно пострадала кровля здания и оборудование внутри автосервиса. Пострадавших нет. С огнем проливает здание.